нужно кого-то выводить на разящий бросок с близкой дистанции. Метнул шайбу Никулина, она отлетает к Шипачеву. Минута и 10 секунд до сирены. Снова шайба у Никулина. Шипачев. Розыгрыш шайбы, и она залетает в ворота. Катанлицкий. 2-2. И еще «Динамо» поиграет в формате 5-4. Да, свою порцию Шипачев и Кагарлицкий получили. Великолепный розыгрыш, в котором поучаствовал также Илья Никулин. Передача касания. Вот первая передача, вот вторая. И бросок сходу уже в незащищенный угол.